Итак, 12 глава, с 1 по 9 стихи. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женой, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищение было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». All right. In chapter 12 of Revelation, we probably have the largest span of time anywhere in the book. А в 12 главе Откровения у нас с вами самый большой, наверное, промежуток времени по сравнению с другими главами. And in this chapter we're going to get a very good look at Satan. И вот в этой главе мы с вами более подробно уже поговорим о сатане. He is revealed in this passage. Здесь явление сатаны происходит в данном фрагменте. The signs are obvious, as is his description and his name. Здесь очевидны различные знамения, так же как и его описание и его имя. The dragon that's referred to in beginning in verse 4 is described in verse 9. В 4 стихе упоминается дракон, а в 9 стихе дается более подробное описание. He's called the devil or Satan. Великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною. So it's very obvious who we're talking about. Здесь совершенно очевидно, о ком идет речь. Now he is shown to be opposing a woman here in verse 6. В 6 стихе мы видим, что он выступает против женщины. And that woman is described earlier in the chapter. Об этой женщине мы читаем в начале этой главы. Now, I believe that the woman described here is the nation of Israel. Лично я верю в то, что женщина, описанная в этом фрагменте, это Израиль. But here's where I think it's Israel. Почему я считаю, что это Израиль? She has a crown of 12 stars on her head in verse 1. В первом стихе написано о том, что у нее венец из 12 звезд на голове. And she gives birth to a child. Она рождает ребенка. And that child, according to verse 5, is a male child. В 5 стихе говорится о том, что она родила младенца мужеского пола. And that child is one who will rule all the nations with an iron scepter. Которому надлежит пасти все народы жезлом железным. So, in fact, the dragon in verse 4 stood in front of the woman who was about to give birth, so he might devour her child the moment it was born. А в 4 стихе говорится о том, что дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. What happened to Jesus when he was born? А что произошло с Иисусом Христом, когда он был рожден? Was he under any kind of? Was he in any danger? Находился ли он в опасности после своего рождения? Yes. Herod tried to kill him. Ирод пытался его убить. His parents had to flee to Egypt. Родителям пришлось убежать в Египет. So he is shown there in verse 5 to be opposing a child. Итак, мы с вами делаем вывод, что он выступает также и против младенца. And this child is going to rule the nations, according to verse 5. А этот младенец будет править народами, как написано в 5 стихе. And he will also receive special protection from God. Однако этот младенец находится под особой защитой от Бога. Of course, at one point, Satan thought he had killed Jesus, didn't he? В одном случае сатана уже считал, что он смог убить Иисуса Христа, не так ли? Certainly, when Christ was crucified and buried in the tomb,
Satan thought, I've finished, I've killed God. А когда Иисус Христос был распят, а потом умер и был погребен в гробнице, естественно, сатана думал, что он одержал победу, что он выполнил свою миссию. Однако, когда Иисус Христос воскрес из мертвых, это, скорее всего, сатану не обрадовало совсем. В этой главе мы с вами узнаем о сатане. And that is that Satan opposes everyone that God loves. А что мы можем сказать о нем? То, что сатана выступает против всех, кого любит Бог. And Satan and God protects his loved ones from Satan. А Бог, в свою очередь, защищает своих возлюбленных детей от сатаны. Now it's very interesting at this point that God protects the woman in a different way than he protects the church. Вот в этом фрагменте очень интересно обратить внимание на то, что данную женщину Бог защищает иначе, чем он защищает свою церковь. In verse 6, the woman goes to a place in the desert that has been prepared for her by God. В 6 стихе мы читаем: «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога». The believers, on the other hand, at the end of the chapter, in verse 14, the dragon makes war against them. А вот в конце этой главы мы с вами читаем о том, что сатана воюет против верующих людей. Here's one of the most difficult problems, I believe, with identifying the woman here as anyone but Israel. А какая возникает проблема, когда кто-то считает, что женщина здесь символизирует не Израиль, а что-то другое? If it's the church, then how is it that the church has given birth to Jesus Christ? А если это церковь, то можем ли мы сказать, что церковь родила младенца Иисуса Христа? If you look at this, this is really describing a war that has been going on for thousands of years or longer. А в этом фрагменте описывается война, которая продолжается уже долгое время, тысячелетиями. And it's described very specifically here in verse 7 through 9. А и более конкретно описание этой войны мы с вами находим с 7 по 9 стихи. You know, clearly this has already taken place. Здесь уже говорится о том, что произошло в прошлом. Нет никаких сомнений, что это уже совершенное действие. Jesus described this in Luke 10. А в Евангелии от Луки в 10 главе описывается эта война. Евангелие от Луки 10 глава 17 по 18 стихи. So Satan was thrown out of heaven before really the creation of the world. Потому что сатана был низвержен с небес, а фактически уже до сотворения мира. So this war described is in the past. Поэтому мы говорим, что война, описанная в этих стихах, была в прошлом. And now this eternal conflict has been set in motion. Однако вечный конфликт, который существовал, снова проявляется здесь. Because Satan's character now is to constantly oppose God. Потому что сатане свойственно постоянно противиться Богу. He will never stop. И он никогда не прекратит это. I like to say that his spiritual DNA has mutated. Мне очень нравится выражение такое, что духовная ДНК сатаны подверглась видоизменению или мутации. Now, whatever he was before has changed. То есть, если он до этого был каким-то, то теперь он видоизменен, он мутировал. I believe that Satan can recognize the truth, but he must oppose it. А я убежден в том, что сатана способен узнавать истину, однако его природе теперь свойственно постоянное противление ей. Он должен просто выступать против нее. Let's look at James chapter 2. В качестве подтверждения посмотрим послание Иакова, 19 стих 2 главы. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Satan knows the truth. Сатана знает истину. He just opposes it. Но он выступает против нее, он противится ей. Here, I think it's in this passage where it says he knows his time is short. И, наверное, в этом же послании говорится о том, что в Откровении говорится о том, что
он знает, что время, что у него мало времени. Can't find it, but it's in here somewhere. Я сразу не могу сказать, где это, однако знаю, что он знает о том, что у него времени мало. Because, see, knowing something and putting your faith in something is different. Однако знать и верить – это не одно и то же. You can know that you can get on a plane and it will take you to the United States safely. You can know that. Например, вы знаете, что если вы сядете в самолет и отправитесь в Соединенные Штаты, вы можете долететь до Соединенных Штатов. And you still might refuse to get on it because you're afraid. Однако, если вы боитесь, вы можете и не сесть на самолет, потому что боитесь, что не долетит. Satan knows the truth. Сатана знает истину. But he can't believe it in the same in a faith way. Однако он ее не принимает верою. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Satan will always be working in people to hate the truth and to hate the people who proclaim the truth. А сатана всегда будет побуждать своих последователей к тому, чтобы они ненавидели истину, а также ненавидели тех, кто эту истину провозглашает. So what do we do? Как же нам реагировать на это или что же нам делать? Maybe we think that we can change the truth a little bit so that people will accept it more easily. А некоторые думают, что может быть истину немножко изменить, чтобы было приятнее людям ее принимать или легче было ее принимать. We have a very famous preacher in America. А есть один очень знаменитый проповедник в Америке. I heard an interview with him on television. Я как-то слушал интервью, которое у него брали по телевидению. He does not talk about sin. А он не говорит о грехе. Он избегает тему греха. And the interviewer asked him, you know, why don't you talk about sin? А и во время интервью его спросили, почему вы не проповедуете о грехе? And his answer, if I talked about sin, people would leave. И он сказал, что если я буду о грехе говорить, то люди уйдут. So he decides to hide the truth so that the little tiny bit of truth he does give people is acceptable. И поэтому этот проповедник скрывает истину, предлагая им лишь небольшую часть истины, которая была бы для них приемлемой. And he's not preaching the gospel. Получается, что он проповедует не Евангелие. Because the gospel starts with bad news, doesn't it? Потому что Евангелие начинается с плохой новости. You, as a sinner, are separated from God. И она начинается с того, что ты грешник, и ты отделен от Бога. And if you remain in that separated state through your life, you will end up in hell. И если ты будешь оставаться в таком положении, если ты будешь пребывать в этом отделенном состоянии, то тебя ожидает ад. That's like going to the doctor and being told you have cancer. Это то же самое, когда вы приходите к врачу, и врач вам говорит, знаете, у вас рак. But then the doctor gives you good news. А потом врач говорит, I can operate and remove that cancer. Но я могу сделать операцию, и у вас не будет рака. And God gives us good news. И Бог тоже после плохой новости дает нам благую весть. I have sent my son, Jesus Christ, to take the penalty for your sin upon himself. Которая заключается в том, что я послал своего сына Иисуса Христа, и он понес наказание за ваши грехи. And if you stop trusting in your own good works and believe in the work of Jesus Christ, you will be reconciled to me. И если вы перестанете полагаться только на собственные дела, а уверуете в то, что сделал Иисус Христос для вас, то тогда произойдет примирение между вами и мною. And if you will repent of your sins and put your faith in Jesus Christ, you will be my child. А если вы покаетесь и уверуете в Иисуса Христа, то вы становитесь моими детьми. So it's very tempting sometimes to change the truth. Поэтому есть такое искушение исказить немножко истину или не договаривать ее. But the power of the gospel is that it is true. Однако мы говорим с вами о том, что сила Евангелия именно в том, что это истина. So we need to preach the truth and we need to live the truth. Итак, что же нам делать? Первое, мы должны проповедовать истину, а второе, мы должны жить по истине. It's not enough just to talk about the gospel. Недостаточно просто провозглашать Евангелие или рассказывать о нем.
The people and the believers in Revelation are living the gospel. Верующие, о которых речь идет в книге Откровения, они живут в соответствии с Евангелием. They're not afraid. И не боятся. Because they know that Satan is defeated. Значит, и мы с вами должны не бояться, потому что сатана проиграл эту битву. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.